важнейшая ключевая игра для нас за 6 очков. И если в матчах с соперниками, которые, ну скажем так, не дышат в спину, ошибки поправимы, то с соперниками, которые дышат в спину, они непоправимы. Поэтому, учитывая то, что Оренбург на данный момент, с моей точки зрения, одна из самых организованных команд именно вот среди этих команд, которые дышат в спину, то я думаю, что для нас очень важно перед вот этим перерывом был положительный результат. Я думаю, мы его по праву и добились.